Surprise, motherfucker. Круэт, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. А спонсор сегодняшнего видео – интернет-магазин парфюмерии и косметики randevu.ru. Продолжаем наше замечательное сотрудничество. И хочется отметить, что в магазине randevu.ru продаются только оригиналы парфюмерно-косметической продукции, в отличие от некоторых. Итак, что же они мне прислали? Давайте же мы сейчас распечатаем. Распечатаем и посмотрим. Кстати, по промокоду Пашко скидка до конца июня, как минимум, 10% на всю продукцию магазина randevu.ru при покупке на сумму от 2500 рублей. А вот в данный момент там идет распродажа, если не ошибаюсь, и там всякие скидки 20-25%, и скидка по промокоду Пашко 10%, она суммируется с этим совсем, понимаете? Так что поспешите. Так, что же у нас здесь? Давайте посмотрим. У нас много пленки, которая для лучшего сохрана посылочки. У нас фактурка. У нас пробничек. Шон Джон. О, а это у нас что такое? О, корона септ, гель для рук антибактериальный. Ну что ж, хозяйцы, все пригодится, верно же, ребят? И, наконец, вот он, герой обзора. Аква ди Парма, колония Сандало. Я, конечно, да, каюсь. Я его подмахнул в числе других, по моему мнению, не очень интересных ароматов из ингредиентной линейки. Но меня поправили в ролике, что типа Сандало у него же и рейтинги хорошие, и сам аромат неплохой. И хотя я его даже и не пробовал, но я согласился, что да, был неправ, действительно, но, по крайней мере, в среде парфманьяков он ценим и любим. И я думаю, что нам нужно его с вами попробовать. Посмотрите на презентацию, как это все красиво. Красивенькая коробочка. Ох, ох, ох. Вот так вот. Покоится он на ложе. Такой вот флакончик. Холостой пшик. Холостой пшик. О! Красотень, какой пшик. Какой шикарный пшик. Слушайте, ну, пахнет одеколонисто очень, в кои-то веки из ингредиентной линейки аромат пахнет именно как действительно брат колонии классической. Чувствую цитрусов много, лаванда, дерево спрятано, ну, сандал конкретно он иногда показывается даже в самом начале в виде какой-то. Мне вот часто сандал пылит, например. А здесь... Такой, знаете, опять же, энергичный довольно-таки аплифтинг. Блин, итальянцы все-таки умеют делать колонии. Это бесспорно. Очень красиво. Но классично. То есть тем, кто не любит ретро, тем нужно быть осторожнее при затесте. Но он такой вот, знаете, как будто бы ретро-звучание соединили с каким-то модерновым. И получилось, что получилось. Парфюмер, скорее всего, Франсуа Димаши тут. Ну, достаточно так вот, знаете, мощный такой плотный у него аромат, что дает основание надеяться, будет стойкий, шлейфовый.
не похож на остальные ароматы вот из коричневой линейки ингредиентной. Вообще не похож. Ну, кроме там цитрусовой, вот этой самой начальной части, которая типа фирменная там. Красиво, красиво. Всесезонно, я бы сказал. Вот сейчас сандал немножечко где-то на заднем плане начинает выступать, но не в виде тупой деревяшки. По крайней мере, она так настолько сверху всем завуалирована, что очень с трудом можно ее вычленить. Какая-то такая припыленность появилась, но в то же время и специевость тоже. То ли корица здесь, то ли что-то такое, да, Гагусь? Да. Короче, ребят, буду разнашивать. Спасибо магазину Рандеву. И я надеюсь, этот ролик был вам полезен. Увидимся скоро. До новых встреч. Пока. Супер.